Оказывается, дружат не только козел Тимур и тигр Амур. Другим животным теплые взаимные чувства тоже хорошо знакомы. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе бездомная дворняга подружилась с бурым медведем. Удивительные кадры очевидцам удалось снять на мобильный телефон. Началась эта история весной. Именно тогда в дачном поселке Южный под Сургутом появился бродячий пес. Ему сразу нашелся дом, заброшенная иномарка, которая много лет ржавеет на окраине леса. В тот же момент в поселок начал наведываться медведь. Если местные жители лесного гостя, естественно, опасались, то дворняга приходу хищника, наоборот, радовалась. Вопреки законам природы, пес и медведь не враждуют, а напротив, играют в догонялки, с удовольствием бегают друг за другом.